Всем привет, дорогие друзья! И снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Друзья, мы очень часто любим очень вкусно позавтракать. И бывает, что у нас есть чуть-чуть больше времени приготовить очень вкусный, красивый завтрак. Друзья, сегодня делюсь с вами очень вкусным рецептом. Кидайте сразу в копилку, готовьте вместе со мной. Радуем родных и близких. Начинаем готовить? Поехали! Мне понадобится для нашего завтрака вкусного 2 тарелки, пару яиц. Совсем не пару, целых 6 яиц. Отделяем белок от желтка. В одну тарелку отправляю белки, в другую желтки. Сразу добавляю соль в первую тарелку и вторую. Присаливаю белок и присаливаю желток. Беру вилку и хорошенечко взбиваем желтки. Хочу сразу добавить в белок зелень. Зелень может быть любая. Это может быть и лук, это может быть укроп, может быть петрушка, как у меня в данный момент. Зелень отправляем к белку. И также хорошенечко нужно перемешать. Начинку буду использовать такую, как бекон. Буквально две пластинки берем и нарезаем брусками. Отправил сковородку на плиту, чуть-чуть ее подогрею, потом отправим подсолнечное масло, хорошенечко разогреем и уже начнем обжарку. Масло нагрелось, сковорода нагрелась, отправляем желток. Огонь под сковородой у меня умеренный, добавляем начинку. Начинка может быть вообще любая, какая вам нравится. Чуть-чуть добавлю сыра. И начинаем скручивать. Чуть-чуть отодвинули наш рулетик. И во вторую половину отправляем белок. На место спайки желтка и белка отправляю еще немного сыра. Буквально на 30 секунд накрываю крышкой. И снова начинаем скручивать рулет. При каждом повороте я жду буквально секунд 15. И снова переворачиваю. Полноценный, вкусный, сытный завтрак, друзья. Вот такая вот красота получилась. Ну что, друзья, если вам понравилось, ставим лайк. Подписываемся, кто не подписался. Нажимаем на колокольчик, чтобы не пропускать новых интересных вкусных роликов. Ну и, конечно же, комментируем. Мне очень приятно, я читаю все комментарии. Я с вами прощаюсь ненадолго, до следующего видео. Всем пока.